Методи Resort and Villas или Методи Concept Hotel. Стильный отель расположен в южной части Пхукета, недалеко от пляжей Ката и в часе езды от аэропорта Пхукета. Методи Concept Hotel – это четырехзвездочный отель. С ресепшеном мы попадаем в основной ресторан. Здесь проходят завтраки, обеды и ужины. И называется он International Amethyst. Еда за время пребывания была однообразной, но даже из того, что было на столах, можно было завтракать в течение недели. У меня сложилось такое впечатление, что вчерашние блюда снова попадали на стол на следующий день. Вот на завтрак нам попались круассаны с плесенью. Кофемашины чистили как раз во время завтрака, а если они работали, то готовили или американо, или экспрессо. Рядом с рестораном находится экспозиция с картинами, которую установили к Новому году. Также рядом расположен Kids Club, где ребенок может погулять под присмотром няни. Комната Kids Club стилизована под большой аквариум с большими панорамными стеклами. Время работы с 7 часов утра до 7 часов вечера. Этажом выше находится спортзал. Далее мы попадаем в зону главного бассейна, который называется Waterfall. Тут расположен бар в бассейне, рядом с баром есть сауна, которая очень кстати, если вы подмерзаете в бассейне. Также возле центрального бассейна можно взять в аренду водные дроны и поплавать по бассейну в режиме аквамена. В бассейне с водопадами из развлечений можно покататься на саббордах или попрыгать на больших плотах. Возле каждого здания есть свой маленький бассейн, а из номеров первого и вторых этажей можно попасть в главный бассейн. Если вам надоело плавать в главном бассейне, по каналу можно добраться до центральной части отеля, где есть стеклянные водопады, зона с лежаками в воде, плитка в этом бассейне в золотых, красных, синих и белых цветах. Выглядит очень стильно. Тут можно почилить, но вода тут прохладная, к ней необходимо привыкнуть. Вечером практически все бассейны подсвечиваются тысячами разноцветных огоньков, которые имитируют звездное небо, а некоторые и вселенную Аватара. Подсветка зданий и территорий тоже на уровне и порадует как фотографов, так и просто любителей вечерних видов. На крыше здания номер 5 расположен ресторан The Moon Terrace, лунная терраса с прекрасным видом на побережье Каты, гору с Биг Буддой, перевал Ката-Равай. Готовят здесь довольно-таки вкусно. Вернувшись в главный бассейн, я хотел на сабборде поплавать под водопадами, но с камерой сложно удержать равновесие, я занялся дайвингом. Рядом с бассейном с водопадами расположен детский бассейн с фонтанами, водными пистолетами и водной горкой. Второй большой бассейн расположен в районе Сюит и Вилл.
Тут есть большой водопад, который включали только вечером, фонтаны, бар и ресторан, джакузи. По каналам можно доплыть до своего номера, если ваши апартаменты расположены на первом этаже, сюит или вилл. Все бассейны работают с 7 часов утра до 8 часов вечера. Номера просторные, но требуют хотя бы косметического ремонта, и в некоторых требуется генеральная уборка. Так, в туалет заходишь, садишься, закрываешь дверь, чик, а она не закрывается. А внизу у нас такая щель, что два пальца влезет. Кровать хорошая, большая и удобная. Большой телевизор далеко не во всех номерах. Есть кондиционер. Рум-сервис работает плохо. Два раза делали заказ, и оба раза он не был выполнен. Просто проигнорировали. То же касается и официанток. Смотрит на тебя, ты ей машешь, а она разворачивается и уходит. Уборка тоже не порадовала. Размазанные жуки по стене, заплеванные зеркала, разбросанные зубные нитки. Это все нам досталось от предыдущих жильцов. И так и не было это все убрано за время нашего пребывания. В 10 утра и в 2 часа дня от ресепшн ездит шаттл-бас до пляжа Каты. В близкой доступности такие пляжи, как Найхар, 20-30 минут на машине, Ката 5 минут. Но там есть проблемы с парковкой авто. Корон 10 минут, Патонг 20-30 минут. В целом это D-Concept, хороший, красивый, стильный отель с большим количеством водных развлечений, бассейнов, но требует доработки по кухне и сервису. Скорее всего, отель не успел полностью восстановиться после ковидного простоя. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь.